как перевести деньги в Грузию без карты. Если у вас нет счета в Грузии, если у вас нет в Грузии, в принципе, ничего. Ну, вы знаете, что российские карты здесь не работают абсолютно никакие, поэтому такая проблема есть. Сейчас расскажу, как. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Сейчас я нахожусь в Кутаиси, в Грузии, непосредственно. Ну, такой проблемы у меня нет, у меня есть карточка, которая работает здесь, но сейчас я расскажу, как можно поменять деньги в Грузии, не имея карточку. Ну, прежде всего, деньги можно перевести в виде долларов или евро, и даже в виде рублей. Посмотрите, здесь полно всяких обменников. И в каждом банке можно это сделать. Но вот сейчас мы видим уже такой офис, который занимается обменом. И здесь есть золотая корона, вы видите, Юнистрим и так далее. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вот если я из России хочу получить деньги сюда, что мне лучше сделать? Долларов мы не сможем дать вам. Так. А в рублях сможем? Нет, а в рублях мне не надо. Мне надо в лари или в долларах? Я могу дать вам лари. Лари, да. Только лари. А каким образом? Что? А как лучше перевести? Я вот смотрю, здесь есть... Какой перевод вы хотите? Да. Солерция, Юнистрим или Золотая корона. А контакт? Не работает, да? Юнистрим и Золотая корона. То есть я должен сам себе перевести деньги, правильно? Сам себе перевести деньги. Что я вам должен дать? Паспорт? Паспорт. Только паспорт и код. Код перевода. Ну, это понятно, да. Который я получу в Юнистриме или Золотая корона. А что лучше будет, Золотая корона или Юнистрим? Без разницы это будет. Понятно. А как быстро он приходит? 15 минут. То есть я прямо сейчас могу из России, так сказать, через Золотую корону переслать. А какой курс будет? Курс... Ну, скажем, 10 тысяч рублей я перевожу из России. Курс будет... 42,6 будет курс. Ну, 42,6. А там сколько предлагают? Будет 42 лари и 65. Ну, я понял, за каждую тысячу. Да, спасибо, хорошо. Можно снять вот эти штуки? А Western Union не работает? Работает, но из России нет. Из России не получится, да? Понятно, спасибо. Вот здесь через дорогу еще... значит, банк Bank of Georgia. Сейчас я туда иду получать карту. Валюта, exchange, worldwide money transfers, pound shop, тоже, так сказать, деньги, еще деньги. И дальше еще. То есть сплошняком идут деньги. Это в непосредственной близости от автовокзала Кутаиси. Вот я сейчас вижу, что можно поменять... в том числе российские рубли. За 1000 российских рублей дают 40,10 лари. Но для того, чтобы купить российские рубли, нужно за 1000 рублей 47,6 лари. Вот такая разница, такая маржа. То есть получается, что Western Union или Золотая корона выгоднее. Там еще был Western Union, а Unistream и Золотая корона. Там еще была наклейка Western Union, но они сказали, что Western Union сейчас из России не отправляют. А вот здесь обменник получше. 44,46. Это рубли. Турецкие лиры принимают, евро, доллары. Вот сейчас напротив находится банк Liberty. Это, ну, один из самых распространенных здесь банков, очень хороший. И там тоже, ну, покупают, продают
и рубли, и выдают деньги с золотой короны и с Юнистрим.